Здесь рассадная кукуруза. А когда была высажена эта кукуруза? Высажена 14 апреля. И здесь тоже два варианта есть. Вот кукуруза уже в такой стадии, она соприкасается с пленкой, но было накрыто агроволокном. И приморозки, которые были вот сегодня ночью, вчера ночью, ее не прихватили. И тут же рядом есть туннель, и дальше они идут все, где без агроволокна. И мы видим, что там, где соприкасалась кукуруза с агроволокном, вернее, с пленкой, которая была не накрыта агроволокном, здесь вот прихватило. Поэтому очень важно, когда мы высаживаем рассадную кукурузу, вот со слов с фермером общения, мы пришли к заключению, что надо делать больше туннелей, чтобы во время того, когда есть большая вероятность заморозков, растение, лист не соприкасался с пленкой. Ну, это как бы такое заключение. А дальше мы посмотрим, как это скажется на растениях. Также есть вот симптомы, там, где соприкасалось растение с пленкой, которая не была накрыта агроволокном. Вот сеянное. Это свитнагет высажен где-то 14 апреля. И вот сеянный тестидрим.